Здравствуйте, ребята, с вами, как обычно, MTPlay. Сегодня вам покажу о всех нововведениях, которые будут в StandKnife 2.0. Также скажу почти точную дату. И, короче, ребят, вот так вот. Поэтому прямо сейчас усаживайтесь поудобнее, наживайте чайку, подписывайтесь на этот канал и ставьте кучу лайков, если нравится такая тема. Сразу начну с точной даты. Наверное, StandKnife 2.0 выйдет с 20 по 25 июня. Скачать можно будет у меня файлы в телеграм-канале, поэтому переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь, чтобы не потерять телегу. И также здесь подписывайтесь, чтобы не потерять YouTube, потому что здесь выходят обзоры на приватке, а там новости, скрины, все такое, ребята. Точную дату почти сказал, и сразу будем переходить к сливам. Первый слив — это тычки, ребята, вот такие вот тычки прикольные, они добавлены из... То есть моделька взяла из скин из стандов 0.19.2. Их добавили и в V2 6.0 добавят, и в StandKnife добавят. Очень прикольные тычки, ребят, мне нравится. Вам можете оценить в комментариях. Но мы не будем сильно тянуть и сразу перейдем к следующему сливу. А слив это нам говорит о том, что будет онлайн в StandKnife 2.0. Потому что мы видим, что здесь написано рандомную игру, начать там назвать какую-то комнату. Короче, ребят, лобби такое StandKnife. Дальше, что можно сказать, то, что здесь еще один скрин есть, который говорит, что будет онлайн. Там кто-то переписывается, ребят. Эти сливы сливал сам разработчик Шурик, поэтому, ребят, это не фейк. Также хочу сказать, что, наверное, будет новая карта, я не точно не знаю, но, наверное, она будет. Даже скрина нет, вроде бы говорили, что будет. Также там будет хорошее осветление, то там будет улучшенная графика, улучшенная, шейдеры, все, ребят, будет улучшено, поэтому StandKnife 2.0 будет просто топовой игрой. И как только она выйдет, можно будет скачать файл на телеграм-канале, и также я залью сюда обзор на нее. Пока будете качать, можете чекнуть здесь обзорчик. Поэтому, ребят, все топ. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы узнавать первые мои видосики, чтобы не пропускать никаких вам новостей. Ну, ребят, вот такие сливы сегодня получились. Если вам нравится видос, то наставьте кучу лайков, если нравится такая тема. Но мы не буду сильно вас задерживать. Поэтому, ребят, с вами был MTPlay. Всем удачи и всем пока.